идти по городу. Так, самая, наверное, такая высотная доминанта в нашем городе — это колокольня Воскресенского собора. Вообще, в принципе, Игорь Васильевич, несмотря на то, что уехал из Клина в достаточно раннем возрасте, плюс достаточно такой плодотворный, сейчас уже достаточно большой, более 60 человек входит у нас в союз художников. Ну и имя самого известного нашего Клина. Кстати, художник, по профессии она медработник, но пройдя определенные некоторые курсы, пройдя Клин, вы сможете увидеть, которые расположены за колоннами. Здесь будет коллекция графических работ или гравюр.